Накануне единственный православный храм Благовещенский, который не был разрушен революцией, наконец-то обрел свой голос. Там зазвонили колокола, которых не было слышно 90 лет, когда этот храм возводился как домовой при епархиальном женском училище. Сегодня о таких небольших, но очень значимых церквях, церквушках мы поговорим с епископом Благовещенским и Тынинским Лукианом. Здравствуйте, владыка. Здравствуйте, Игорь. Не знаю, правильно ли я назвал церкви, церквушки, то есть, ну, небольшого назначения священные места. Можно и так называть, да. Это не в обиду было сказано? Нет, конечно, но... Расскажите, вот такие места вообще насколько были популярны в Амурской области? Я понимаю, что на Западе, конечно, домовых храмов было гораздо больше. Там были помещики, аристократия, которые очень верили, и у них были на это деньги. Но вот в Амурской области пока только один такой. Ну, в Амурской области не один такой храм. Тем более он почти отдельно стоящий храм. Это еще не домовая церковь. А домовых церквей было у нас тоже много. Почти при каждом училище, при каждой организации того времени и даже купеческих домах. Мы говорим о дореволюционном. Дореволюционном. Естественно, да, дореволюционный. Сейчас эта традиция возрождается. Вот в нашем Отечестве она возрождается. Сегодня очень многие имеют свои домовые храмы и спрашивают благословения Святейшего Патриарха. Многие организации, министерства, они имеют свои домовые храмы. Но эта практика почему-то существует там Санкт-Петербург, Москва. До таких провинциальных городов это еще не доходит. И многие считают, что в этом нет как бы проблемы и нужды. На самом деле, почему возникали вот эти... Мы вернемся не к отдельно стоящим храмам, а домовым церквям при организациях. Особенно в учебных заведениях. Почему? Потому что по тем временам очень большое уделялось внимание воспитательному процессу. И в качестве воспитательного процесса вероучение, как вера отцов и дедов, да, историческая вера, она была очень важным направлением, потому что она несла прежде всего собой культуру, духовную культуру. А без нее, как правило, по тем временам специалисты любого направления были совершенно немыслимы. Тем более, по тем временам церковь не была отделена от государства. На сегодня мы видим другую проблему, при всем том, что церковь официально отделена от государства, что, казалось бы, не в обязательном порядке, никто не обязывает организации, разные организации разных направлений, иметь храмы или заботиться о нравственном воспитании или состоянии своих сотрудников, подчиненных и прочее. Сегодня тоже возникает необходимость. Потому что в наше такое напряженное, очень разное время, когда море информации, когда море всякого рода страстей наплывает на человека, да, на его сознание, на его душевное состояние, психическое состояние, то очень важно, чтобы любой сотрудник или учащийся был душевно таким, вот, психически был уравновешенным, здоровым таким, правильно подходил к каким-то вещам, проблемам, которые встречают вот буквально за порогом. Например, у православия это не практикуется, но ведь сегодня, не секрет, очень много сектантов, только выйдя на улицу, листовки, всякие проповеди, приглашения и прочее, зазывалы и прочее. И вот так вот человек или организация может потерять хорошего сотрудника. Учащийся или там учебное заведение может получить какого-то адепта, который становится нездоровым, психически неуравновешенным и прочее, прочее, прочее. Вот для того, чтобы по тем временам была вот такая вот забота о духовно-нравственном состоянии человека. И вот домовые храмы, как и священники в учебных заведениях или других организациях, они были необходимы. Они знали специфику, они знали направление организации. И именно с этих положений, с этих позиций могли оказать помощь любому сотруднику. Это то, что сегодня, например, делают в области психологии, да? Многие обращаются к частным психологам, многие организации имеют своего собственного психолога. Но опять-таки психология — это понятие, ну, настолько широкое, настолько большое. И там есть свои подразделения, направления. И если нет четкого подхода с профессиональным уклоном, да, или идейным уклоном,
то человека можно так увести в такие дебри, что он может заболеть от проблем своей собственной психики. Мне кажется, что в старое доброе время очень много было продумано и направлено именно к тому, чтобы человек был душевно здоров, духовно здоров, культурно здоровым человеком, а не универсалом, непонятным каким-то, да, космическим, а конкретным, реальным человеком, гражданином, специалистом. Вот все было направлено на это, чтобы воспитать в нем именно такого человека. И вот в этом случае помогали домовые храмы. Потому что, исходя из подобных позиций, человек мог осознать свое недостоинство, согрешать. Где-то ему необходима была помощь вот собеседника или духовника. Это все решалось в храме. А проще всего, можно сказать, человеку где-то надо быть один на один и получить хорошие эмоции, хорошее впечатление, хорошие переживания. Или просто где-то поплакаться, как говорят, в кулачок. Такие тоже места должны быть. Если мы на сегодня отводим, например, места для курения, то таких мест для души у нас их очень мало. Надо строить не только православные домовые церкви, тогда уж надо строить и небольшие мечети, небольшие для буддистов храмы. А заметьте, сегодня это происходит в нашем большом мире. Прямо это вот происходит. Такие небольшие домовые... Да. Есть домовые часовенки, домовые церквушки, как вы выразились недавно. Вот есть вот такие места, вот специально для души. Конечно, в нашем Отечестве, когда очень много христиан и преобладающее большинство православных, это православные часовни, это православные домовые храмы. Я вот знаю, сколько я бывал в министерствах, в разных министерствах Российской Федерации, почти у всех есть свои домовые храмы. У нас в области почти во всех армейских частях есть вот такие часовни. И, как известно, туда приходят молиться даже, просятся даже буддисты, мусульмане. Мы с вами как-то в одной из передач об этом говорили. Хотя при всем том нужды для мусульманина нет молиться именно в часовне в каком-то определенном месте. Это там, где совершается таинство христианской церкви, да, православной или католической, да. Например, там есть необходимость в алтаре и других, будем говорить так, атрибутики. Для некоторых религий в этом этой необходимости нет. Поэтому в основном создаются такие часовни, молитвенные комнаты для православных католиков. Ну, смотрите, создать комнату — это одно. Нужно же не только взять, попросить, дайте мне там 5 на 5 метров помещения, нужно его наполнить этой самой атрибутикой, о которой вы говорите. Да. А, нужны какие-то обрядовые вещи, то есть свечи, там, ладан, что-то еще, то есть сопутствующие, то, что быстро заканчивается. Нужно еще как минимум, ну, это осветить, ладно, нужно еще это все содержать, и плюс нужно, чтобы кто-то постоянно за этим смотрел. Это тоже решено организационно, и это не проблема сегодня. Так для организации-то да, но вопрос, если, например, кто-то из людей захочет построить. Ведь не каждый сейчас может себе квартиру купить, не говорят о том, чтобы частный дом или где-то построить вот такую часовню. Ну, я с вами не соглашусь в этом. Почему? Да, действительно, сегодня есть достаточно людей, которые не могут себе позволить. Но есть те люди, кто может позволить. И у нас сегодня строят особняки, проехаться, вот, пожалуйста, у нас по области. Хорошие дома строятся, слава богу, люди стали жить лучше. И хотят жить лучше. И эти возможности есть, только надо напрягаться. И на сегодня есть предостаточно тех людей, кто желает построить даже у себя дома свою личную домовую церковь. А освобождает ли в таком случае наличие домовой церкви от обязанности посещения, ну, говоря о православных канонах, собора, храма на какие-то праздники? Вот я себе сделал где-то там 2 на 2 метра церквушку и спокойно у себя дома молюсь, там, делаю, что хочу, приглашаю священника. Ну, рядовой христианин, он не священник. Да, священника можно пригласить. Дело в том, что домовые храмы и молитвенные комнаты открываются только с благословения правящего архиерея, правящего епископа определенной области. То есть, организации, частные или частное лицо, нужно обращаться могут, к вам. Да, пишут прошение на благословение устройства или строительства вот такой домовой церкви. Епископ
принимает решение, есть в этом необходимость или можно отказать. Сколько отказов было в этом году, например? В этом году мы никому не отказали. Но то, что сейчас обращаются многие организации о том, чтобы открыть молитвенную комнату или домовую церковь, обращаются. А сколько вот их есть? Вот в этом году вот к нам обратилось 4 организации. Две из них – это военные гарнизоны, 2 военных гарнизона и одна больница, насколько я помню. Одна больница. И лично я себе благословил в своем доме, который мне построили, где я должен проживать, но мне некогда жить в этом доме, тоже устраивают домовую церковь священномученика Лукьяна, где я буду, если я там буду находиться, я буду совершать богослужение в будние дни. В каких случаях тогда можно получить отказ? Если в случае организации отказа не будет, потому что... То есть это может быть хоть столовая, хоть торговый центр? Хоть торговый центр, да, хоть организация разного. Даже коммерческого плана это спокойно допустимо. Только людям, лишь бы было людям хорошо. В плане частного порядка, если эти люди обращаются, но не являются церковными православными людьми, но им хочется ради вот... Ну, как говорят в народе, повыделываться, вот у меня своя будет церковь, то таким, естественно, отказываем. Отказываем потому, что это совершенно не нормально, если человек не церковный, не православный, не поддерживает связь с церковью, а хочет построить что-то свое и получить на это еще благословение епископа и не поддерживать духовную связь с православной церковью определенной области, то, естественно, никто такого благословения не даст. Такие попытки есть. Такие попытки есть видеть себя, представлять себя по-другому, нежели там в другой церкви или вообще православной церкви. В народе это просто понты. Да? Понты и построить как бы только для себя, во имя себя. И вот это совершенно непонятно и совершенно не нужно. А некоторые, даже была и такая недавно идея у некоторых, построить коммерческую церковь для того, чтобы торговать свечками, иконками, чтобы она приносила доход. Ну, это полный бред, конечно, это будет совершенно недопустимо, и, ну, это бред, это невозможно. Но вот я повторюсь, мы преследуем такую цель, добрую, хорошую цель, такого нравственно-духовного, воспитательного порядка, чтобы в организациях были такие уголочки. Потому что на сегодня есть достаточно много сильных, волевых людей. Это не всегда те слабаки, которым надо бежать к психиатру или там за помощью к другу. Но в душе бывает очень часто нужно такому сильному человечку уединиться и побыть один на один с Богом. Очень часто это не только священнослужители, которым люди приносят свои переживания, свои исповеди. Естественно, человек все это по-живому воспринимает к сердцу. Ему тоже бывает очень тяжело, и он не всегда имеет право и возможность поделиться об этом с другими. И вот носить себя, это бывает очень тяжело, и бывает такая необходимость вот просто вот помолиться, вот пережить это наедине с Богом. Сегодня руководителям организаций, разного рода фирм, тоже бывает очень сложно. Не всегда можно будет поделиться с кем-то и прочее. Спокойно можно пойти в храм. Но есть те, кому сложно, или вот, ну, не всегда есть эта возможность пойти в храм. Поэтому такие уголочки, они практиковались не только в дореволюционное время, как домовые храмы или вот святые уголки, или молельные комнаты, как их еще называли. Сегодня это есть даже во многих организациях, есть вот такие комнаты там для руководителя или же там, ну, для сотрудников, когда комната отдыха, ее некоторые называют, которая увешана святыми иконами, священными изображениями, которые дарят человеку хорошее впечатление, душевную, вот, впечатлительную такую передышку. Тогда, скажем, такой меркантильный вопрос, сколько стоит такую комнату оборудовать? Ну, давайте начнем с просто обычной, там 2 на 2 метра, ну и постепенно к часовне, которая около особняка стоит. У нас на сегодня наши домовые храмы и домовые вот, церкви или молитвенные комнаты совершенно разные. Каждая организация по-своему украшает.
по-своему определяют эти комнаты. А если еще домовой храм, они тоже выглядят совершенно разно. Все зависит от возможности организации или определенного человека. Ну, минимум какой-то, сколько стоит? Ну, так, минимальный набор для того, чтобы организовать вот такую комнату. Это небольшие расходы. Тем более сегодня есть потрясающие современные технические возможности. Иконы не заказывать, дорогие, можно попроще. Да, те же подсвечники и прочее. Сегодня это есть, мне кажется, ну, в среднем, если... чтобы сделать молитвенную комнату, ну, наверное, 1020, где-то так. Я думаю, что не больше. Это для молитвенной комнаты, если ее обставить стильно, правильно. А если, например, вот с развитием технологий взять момент, цифровую фоторамку, не тратиться на икону, а взять цифровую фоторамку и скачать туда изображение иконы, будет ли это считаться? Дешево и сердито? В любом случае, это образ. Если он освещен, это уже образ, это икона. Нет, но я же взял фотографию этого образа. А фото — это и есть образ. Вы просто его копируете, и все. То есть это допустимо, это например, допустимо. Взять с учетом современных технологий. А если посмотреть на наш большой православный мир, то почти в каждом доме существуют иконы, которые повторяются. Казанская, святитель Николай, там и другие святые, они повторяются. И почти даже однотипны. И одного качества. То есть я мысль свою дальше продвигаю. С учетом развития технологий будет все удешевляться. Мы можем потом, когда голограммы создадут, голографические какие-то там подсвечники. Но есть определенные правила, традиции и каноны, которые переступать нельзя. Но допустимо в случае невозможности вот оплатить или нет возможности, нет этих средств, спокойно можно распечатать на своем принтере икону, вставить в рамочку, осветить ее, и это уже будет образ. Ну, это вот как в случае с военными полевыми храмами, о которых да, мы рассказывали. Да, но ведь, видите, ну, преследуется цель еще какая? Чтобы все-таки это было и качественно, и чтобы вот эти вот образы, они вызывали у человека такое благоговейное отношение. А если это будет слишком все просто и так, знаете, сквозняково, вот эта комната или вот эти вот образы, вот эти вещи, они не будут вызывать уважительного отношения. А отсюда не будет положительных эмоций, и вот это будет слишком просто. Ну, смотрите, с чего начали? Вот храм при епархиальном женском училище, который был домовым храмом, насколько я понимаю, да? Да. Сейчас он является собой отдельный храм? Или он также является домовым? Юридически его отделили, поскольку училище с храмом были нераздельны, но на сегодня училище представляет собой светское учебное заведение, то к храму фактически примыкает, он, да, он пристроен, то храм отделен и передан верующим православным, поскольку это культовое здание, оно почти отдельно стоящее, соединяется только коридором. Вот я к чему этот вопрос-то задал, потому что колокола повесили, а домовая церковь была в то время с колоколами, когда ее строили. Нужно ли тем, кто хочет возле своего дома построить подобную церквушку, часовенку, там что-то небольшое, какое-то культовое сооружение, вешать туда колокола? Или это уже спокойно по мере можно. Аппетита? Это по мере стиля и архитектурной задачи вот, строения храма. Если домовая церковь находится внутри помещения, то колокола подвешивать не обязательно, если нет возможности соорудить небольшую колоколенку над этим храмом, над крышей общего здания и конкретно над этим храмом. Если это отдельно стоящее здание, например, вот мой друг в Санкт-Петербурге, он построил себе хороший дом, у него очень большая семья, много деток, и у себя во дворе построил часовню, храм-часовню с колоколенкой. Он приглашает священника в праздничные, будние дни, когда у них есть желание и договоренность. Священник совершает богослужение, он звонит в эти колокола, его дети звонят в эти колокола. И даже соседи по улице, кто слышит, ворота открыты, они могут зайти в храм беспрепятственно. А является ли вот в таком случае частная небольшая церковь, ну, сродни собору или храму большому? Нет, она построена по благословению правящего епископа, правящего архиерея, но она является малой церковью. И определяется четко храм-часовня или часовня. То есть нельзя принять крещение? Нельзя? Можно, спокойно можно. А в чем отличие тогда?
То есть фактически в ней можно сделать отличие то же самое, нет. что и в большом храме. То, что можно да, сделать в большом храме. Просто вот эти часовенки, вот эти домовые храмы, они приписаны обязательно какому-то большому храму, и священник этого храма окормляет вот эти часовни, домовые храмы. Ага. Ну, смотрите, с учетом того, что сейчас священников, как мы уже выяснили достаточно давно, практически нету, не хватает, очень мало священников в области, у нас вы говорили, как быть с открытием и увеличением таких храмов? Священники разрываться же будут. Действительно так. Это напряг для священнослужителя. Это ему еще добавочное, как бы служебное такое послушание. Но в настоящее время я не знаю такой проблемы, чтобы не справлялись священнослужители с этой задачей. Все домовые храмы, молитвенные комнаты, они все обслуживаются, если так можно выразиться, нашими священнослужителями. Они приписные, эти часовни. По-другому их никак не сделать. Они обязательно приписные к определенному храму, и священники справляются с этой задачей. А сколько должен быть храм посещаем таким священником? Или, может быть, сколько он должен быть раз в неделю открыт? Есть ли какие-то вот для них... Это все зависит от договоренности с хозяевами. С организацией. Ну, чаще всего это организация. То есть нету там такого, что священник должен там 5 раз в неделю или там 5 раз в месяц его посещать? Ну, такого нет. Ну, вот в зависимости от договоренности. Но вот, например, в ДВОКу, да, вот у нас, там есть определенный график, там есть свой священнослужитель, да, определенный туда на постоянное служение и несение вот такого послушания при учебном заведении. У него есть график, когда он там совершает богослужение, само училище, сотрудники, учащиеся, все знают, что в такое-то время есть священник, совершаются молебны в такое-то время. Даже допускаются члены их семей, совершенно гражданские лица, с военнослужащими, они могут там совершать молебны, участвовать в таинствах. Поэтому это все зависит от графика и от договоренности. Спасибо большое, Владыка. Я напомню, что сегодня мы говорили о таком понятии, как домовые храмы, и о том, как их содержать, как их построить и что с ними делать дальше. До свидания.